получили вот такую переносную сумку. Нет, это не сумка, это стул-холодильник. Он на самом деле плоский, мы его еле собрали. Вот из такой крышечки состоит. И сюда он такой достаточно вместительный, по руки пролазит. То есть сюда можно будет закладывать все что угодно. Он очень легко складывается и переносится он в плоском состоянии. Сейчас попробую сложить. Вот таким образом. О, все. Вот так это переносится. Зато там хранится или теплое, или холодное, наоборот.